Всем привет! Трава скользкая. Какой-то ай-яй-яй получился. Попал я не туда. Теперь надо подняться как-то. Ху-ху-ху. Вот это мы попали. Как кур в ощупь. О, я вижу грибников. Планетка, детка. Ну, из колеи она не выползает. Вторая пидорача. О-хо! Даже на шипатой резине скользко. Ну, у нас чернозем здесь. Перевал имени Трубкина. Дмитрий Саныч, резинки с твоей подножки не находится пока. Конечно, в такую погоду лучше ездить на коляске с коляской. На мотоцикле с коляской. Ну, мне прицеплять лень, неохота. Кстати, камера моя не в аквабоксе, она водостойкая, влагостойкая. Ну, как бы, дождь она выдерживает. С честью. Поедем к сирене. К сирене съездим. Цветет боярышник. Ну и вот сирень.
Конечно, я отломаю веточку. Запах вообще непередаваемый. И как мы тут проедем? Тут все изрыто. Ну, как-нибудь проедем. Сейчас встанем в колею. Колеи по пол колеса. Ой, ахахай, пол колеса ерунда, лишь бы не с колесо. Даже подножки у меня шкребут. Так, надо вот здесь как-то не соскочить. Что думаете, тут на BMW на моем проехать можно было? Планета рулит. Опять становимся в колею. Ху-ху-ху-ху. По самый двигатель. Здесь можно подвиснуть. Поэтому поедем посередке. Чуть не раскорячились. Нифига себе, здесь труба. Запарил мой аппарат. Ай-яй, просто вездеходус. Ну вот так вот добрались. Лужи, конечно, колоссальные. Ух. Ай-яй, просто. Из колеи в колею.
ёпте. Фу, вот это я дал. Гарри. Ой. Перекурю здесь и поедем.